Доброе утро, красивые, и доброе утро, счастливые, от Валентины and Наташеньки. Так, вы не огляделись. Значит, мы не одни, с нами еще Анечка, но она уже умотнула по старой доброй традиции, сегодня четверг, как и ровно неделю назад, на процедуру химчистка лица, да? Примерно так. Чего помнишь? Чистка лица, да. А у нас сейчас времени скоротать с Дашенькой. Ну, необычно, не так, как всегда. Даша, я могу об этом говорить? Да. Необычно, не как всегда, потому что мы любим эдакое, что-то новенькое, что-то уникальное. Ну, это попозже. Сейчас у нас сейчас времени, ждем Аню с процедуры. Валентина таки выходная. Таки выходная в четверг. Это становится прям доброй, хорошей традицией, как для меня, так и для всех остальных. Значит, так. Итак, вы готовы узнать новость дня, Дашенька? Притормози на косу. Дашенька. Я могу бить костылями. Ты покажи, какие костыли. Эмблемку. Поняли? One moment. Служба доставления. Даже тут. Да-да, вы не ошиблись. Дашенька подвернула ногу. Теперь у Дашеньки гипс, поняли? С бриллиантами. Да, Дашенька? Да. Представляете? И мы упрямо идем на вот тот шопинг. Зыринг. Поняли? Красота, она такая. Вот так. Мы, девочки, очень целеустремленные. И даже когда есть временные трудности, мы тоже не сдаемся. Вот так, да? Да. Не сдаемся. Значит, пока чекаем Дотю, ах, Дашенька, давай за твое скорейшее восстановление. Хай завтра, да, снимут уже вот тут гипс. Все. И скакай красиво на двух ножках. А вам по старой доброй традиции желаю хорошего настроения, шикарного дня, правильного окружения. И балуйте себя уже чем-нибудь, хоть незначительным, но эдаким. Валентина что-то не в ресурсе. Не в ресурсе, ни в чем еще. Не в потенциале. Два дня про лодырничала. Я не хотела выходить в сторис. Не хотела. И кто я такая, чтобы себе это не разрешить? Все. Поэтому не переживай ты. У меня ничего не случилось. У меня все замечательно. А будущее краще. Поэтому сегодня в сторисах, но ненадолго. Но не точно. Значит, по плану у нас с девочками... После процедуры Аня вернуться в кафе, в красивое кафе, да, Даша? Красиво попить кофе, да, по-девочьи, так, поняли? Эстетикс, сделать фоточки и уехать домой. Еще заехать в метро и купить там что-то, и уехать домой. Вот такой выходной. И еще раз, не вижу смысла вообще себе в этом отказывать, да? Вот так. Все, не переключайтесь и не теряйтесь, а? Значит, мы приехали. Мы как могли запарковались. А? И не надо критиковать, Даша, меня. Я никому не мешаю. Я никому не мешаю. Я на своей полосе стою. Все. Значит, мы приехали в Брукс. Девочки, фоточки прям под вас. Прям эстетикс. А вы мне покоруете? Да. А что тебя это напрягает? Да. Да. Еще хуже, чем было. Надо было вот так, а потом задки. Да. Ты лучше посмотри, где мы стоим, Дотя. В другую сторону. Дашенька, пошли уже, закажем что-нибудь. А машину ты не хочешь? А где парковка? Нема парковки. Все. А что здесь, разве нельзя стоять? Не все же стоят. Но машину не заберут? Не заберут, если я эти не забрала. А может они оплачены? Ай, узнай мне, пожалуйста, это надо платить. Дашенька, заходи. Пошите к бару, да? Ань, выбирай место, где мы сядем. А, на крышу. Значит, мы не такие, как все. Нам надо на крышу. Дашенька сказала.
Даша сказала, что на крыше красиво. Восьмой этаж. Аня, NX. Даша, жми. А я поеду перепаркуюсь. Бо я сейчас очкую, что сейчас машину у нас просто уведут. Она так стоит по парадочному. Стоит по... потому что параллельно проходит. Я сейчас, значит, мы присядем, а потом я все-таки спущусь. А где зеркало, я не поняла. Нема зеркала. Что ты робишь? А потом спущусь и перепаркуюсь, бо Валентина щось очкує, поняли? Значит, мы нашли интуитивно. Дашенька, держись на перила, Аня. Сюда. Я козочка поскакала. Мы нашли в интернете, а нам понравилось. Саша. Ой, какой вид красивый. Боже, прыгайте. Шедевр. И будем смотреть за нашей машиной. Боже, шедеврально. Очень красиво, товарищи. И не солнечно. Мы боялись, что будет солнце. Давайте вот там дать это в уголочке. В общем, пока девочки выбирают меню, Валентина очкует. Валентина едет перепарковываться. Потому что если заберут машину, это будет, конечно, контент, но не весело, поняли? Но не весело. Около там сколько? 7-8 тысяч эвакуатор. Ну, знаете, мне что мини-любчик скажет? Валентина, ты молодец. Сейчас перееду, господи, хоть бы успеть. Боже, стоит. Стоит, дорогая. Я уезжаю. Фу, аж выдохнула, ребята. Знаете, так стрёмно, конечно, парковаться в лухаре местах, конечно, среди таких машин красивых. Ну, я, конечно, смелая девочка, сильная, независимая, но платить такие деньги не хотелось бы. Поэтому я девчат оставила, они заказывают обед, а сама переехала напротив паркинг. Сейчас пытаюсь сюда заехать. Поставлю часа на два, и все, и буду со спокойной душой обедать. Отобедаем с девочками, немножечко пройдемся, насколько сможем, потому что с нами Дашенька. И все. И сэкономила бюджет, ага. Открывайте паркинг, ребятки. Вот такие дела в Днепре. Все, машинка стоит в укрытии, самое главное. Так, бегу к девчатам отобедать. Заждались, наверное. А девчонки меня ждут вон там на крыше. Представляете? С высоты птичьего полета. На высоте птичьего полета, вы поняли. Мы первый раз здесь, в Брукс. Eats and drinks. Сейчас Валентина будет опять нарушать. Ну что ж такое? Гляньте, на мое место стала Тесла. Ну, понимаете? Трындец. А впереди это, конечно, мечта. Это One Love. Ну да. Вот это я понимаю, Даша, уровень. Покажи портфолио. Даша, ты осилишь? Да. Может, Саша в садочек завернем? У него лобстер. Давай перезапишем. Саша лобстер? Да. Ладно, мы перезапишем. Значит, у Валентины с Дотей паста карбонара. Вы поняли? Как это эстетик? Аня, приблизь, пожалуйста, к людям. Это очень эстетично. И очень ароматно пахнет. А девочки, коли у нас нема коктейлей, давай ты хоть водичкой. За красивый обед, за то, что мы собрались. Молодцы. А вы молодцы вдвойне. Одна на костылях. А другая с Face ID красным.
Телефон не узнает. И не стесняется, да, молодцы, я такое поддерживаю. Если бы я была какая-то не такая, я бы тоже пошла. С удовольствием бы побежала. Все, всем прекрасного дня и настроения. Девочки, может в укрытие? Алло. Ага. Сейчас закушаем. Алло. Сирена, слыхали? А мы наверху. Зато машина в укрытии. Зато машина. Вот молодец, подметила, видишь? Хозяйственная девочка. Зато машина в укрытии. Все нормально будет. Ничего личного. Просто нравится. Девочки! Вам сподобалось, девочки! Одна хрома, друга красива. Девочки, что це таке за троица у нас? Что це за троица у нас сегодня така? Ты что? Собирайся. Нормально. Афродизиак. В общем, нам все сподобалось. Как называется на Б кафе? Руфтоп. Как? Руфтоп. Брукс, короче, Брукс, поняли? Вот в самом центре. Уровень. Ой, мы не туда пошли переходить. Я перебегала, вообще нарушала. А, ну значит там перейдем. Пошли прямо, да. Все сподобалось, все вкусно. Персонал молодцы. Замечаний яйца нет. Ну, яйца не понравились девочкам. С мяточку. Я говорю, это по рецепту так. Ну, что сделаешь? На это можно закрыть глаза, все вкусно, все добро, все красиво, живые цветы, ну, какие там яйца. Все, мы в метро, нам надо еще туда. Вот так чудно мы скоротали сегодняшний денек. Доця за процедурой, а мы с Дашенькой за поговорить, отобедали, в метро немножко прикупили вкусняшек и... отчалим домой. Вот такие новости, вот такие дела. Дашеньке завтра обещали снять гипс. Представляете? Уже неделя практически, как Дашенька уходит в гипс. Вот. Что еще? Доця, ты довольна процедурой? Mm-hmm. Да. Она не покажет вам свой фейс. Только в идеалити виде, да? Когда будет идеалити. Перфект не. Вот мы домой. Так, я, короче, сумбурно сегодня снимала и не рассказала, как же Дашенька оказалась в гипсу. Все банально просто. И шла, очнулась, упала гипс. Как и у всех, наверное. Подвихнула ногу, представляете, на ровном месте. Локация, самолет Ева. Поняли? Не ходите там. Не ходите там. И шла, оступилась как-то неправильно. И она не перелом ноги, а трещинка в ноге, поняли? Вот. Очнулась гипс, все, сказали, приехали, доходились. Теперь будем прыгать на одной ножке. С Дашенькой купили костыли с логотипом One Moment. Потому, я надеюсь, никому больше не пригодятся. Но все же, если кому-то пригодятся, обращайтесь. За недорого. Короче. Мы уже приехали до следующего включения. Я съела один блинчик. Так, вечно ела, честно. И решила бежать, да, чтобы не расплываться, вот она растекаться, и решила вечером. Немножко планы у нас там откорректированы, временно мы по утрам не бегаем. Светлана немножко не в ресурсе, все завтра буду в ресурсе, Светлана. Значит, а я решила сегодня, хотела завтра утром, а потом поленилась, думаю, нет, с вечера побегу. Тишь, благодать. И Валентина. Сейчас 2 км и все. И я сегодня таки молодец. Чего и вам желаю. Вы же помните, да? Спорт – это состояние. И благо состояние тоже. Все. Всем пока.
спорт. И в третий сторис финиш. И Валентина уже дома. И Валентина молодец. Все, минус блинчик, плюс состояние. Всем тихо и спокойной ночи. Увидимся завтра. Чао.